против защитника выходит в связь и мощнейшим ударом делает счет 3-0. Халев Вася забил 9 баллов. Болично, а пока отвлеклись мы на турнирную таблицу. Видеть игру более активную, как от МЭС, так и от банка ВТБ. Вот может быть второй гол Мостнерга будет взбодрить банкиров, потому что 2-0. И точный, ровно на 9 баллов, 3-2 остановлено. Издали 3-0. Дальние удары здесь точно. Вперед выходит МТС Банк и выходит по HSBC. Первое место во втором дивизионе, 17 очков после 7 встреч. И очень быстро HSBC забивает. Защитниками попадает. Ну, как же можно так ошибаться? Просто встали игроки у Комуса и пропускают. Игрового дня сейчас встречаются Комус и Московский кредитный банк. У Комуса сегодня победа в важнейшем матче 4-3 над банком Тинькофф. И не намерены, видимо, они остаются.